Праграма акцыі маёй краіне ў Жлобіне распачалася каля беларускага металургічнага завода. Тут любы жадаючы мог азнаёміцца з работай прамысловага гіганта. Дарэчы, гэтай магчымасцю скарысталіся прыкладна 1500 чалавек. Прычым жыхары не толькі самога Жлобіна, але і іншых гарадоў Гомельскай вобласці. Помимо того, что это как бы отдых, это, естественно, профориентация. Профориентация, люди знакомятся с тем, что мы производим, как производим. И, наверное, многие захотят принять сами участие в этом. Примерить на себе роль водителя-погрузчика, посидеть за рулем вялізнага белаза и убачить, что у вынику сыходит с конвейерных линий завода. Все это стало доступным у день открытых дверей. А кроме того, гостей предприемства чакали конкурсы, квесты и концерт творчих коллективов. Усяго каля 10 забавляльных пляцовок. Мне очень понравилось, потому что тут очень интересно. Разные конкурсы придумывают. Мы выиграли майк. Вот майка. У нас такая есть. Я переехала машину. Я работаю в цехе технологического автотранспорта. Именно здесь. Праздник получился замечательный. Детям очень понравилось, потому что им интересно узнать, где работает их мама. Мне очень понравился праздник. Тут классные машины. Тут можно полазить и посмотреть, где, кто и как. Мне это очень нравится. Далее эстафету акции принял Жлобинский городский парк культуры и отпочинку при Днепровске. Так само у номинации «Моей Украине, мой поспех» свои уже творчие магчимости. Тут представила музычная студия Music Kids, Центр творчести детей и молоди Советского района Гомеля, а так само иншие коллективы в области. Участвую в этой акции прежде всего какая-то гордость, не то что за себя, гордость за свою страну, что в моей стране проводятся такие акции, в моей стране помогают людям, в моей стране помогают продвижению талантливых детей. Мне очень, ну, во-первых, это гордость. Ну, и, наверное, это самое главное, что я испытываю, приехав сюда. Тут же под гуки музыки прошел день подписчика Жлобинской районной газеты «Новый день», а так само выстава архивных фото, які адлюстровывают шматгадовую добрую миссию Товариства Червоного Крыжа. Дарэчы, до этого акция «Моей Украине» прошла у Ветцы, Добру, Шихойниках, Ельску, Житковичах и Будокошалеве. После Жлобина 8 липеня ее сустрэнуць уже у Калинковичах. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель», Жлобинский район.